Всем здорово, народ. Сегодня мы с вами играем в крутейшую игрушку под названием Доктор Ливси Ром энд Спешн. Так, игра вышла относительно недавно, ну плюс-минус как бы. Я ее уже купил, правда не по скидке, а за полную цену, но я сначала думал, то есть это как обычно такое вот за 40 рублей какое-нибудь говно. Но давайте сейчас посмотрим, что же это на самом деле за игра. Так, ну и ждем, пока загрузится. Ну хорошо то, что она, кстати, быстро загружается. Это вам не GTA 5. Или не GTA Online. Хотя, в принципе, одно и то же загружается долго. Так, ну чё, погнали. Под фон рубим всех, ё-моё. Нет, ну анимация сделана прям качественно. Все скопировано. Идеально скопировано, я хотел так сказать. Прям вот из мультфильма. Прям круто. Так, ну что, давайте, ё-мо. Правда, тут вот немного непонятно, кого и когда стрелять, но вот это вот эффект, это просто охренен. Просто вот так всех разносим. В принципе, пока игра, ну, я бы не хотел сказать, что сухая, но здесь пока ничего не нельзя делать, кроме того, чтобы играть и получать достижения в Стиме. Но, в принципе, одно и то же, это как бы круто. Погнали. Просто все их обвиносим, ё-моё. Тыщ. Доминирование получил достижение, уже круто. Так, ну правда я не понимаю, как они вот мне наносят урон. Потому что у меня уже, как я понял, минус 2 жизни. Сколько их всего? Так. Угу, их у меня 11. Так, давайте просто опять всех выносим. Под фонкич. Не, ну фонк тут прям вот затяжный. Тут можно сейчас сидеть, просто не играть, когда ничего делать особенно. Давайте, поехали. Просто хрень какую-то страдаем, кто-то так подумает. Ну, в принципе, кстати, игра сейчас на пике популярности. Правда, я не знаю, вот для чего вот эти вот башмаки, травы. Возможно, они используются для вот этой вот способности. Все, фанк закончился. Опа, тряпочка. Опа, тряпочка. Поехали. А куда тряпочка пропала? Да, опа, уже 4 жизни у нас отнялось. Просто всех рубим. Просто охрененно и тупо. Так, поехали. Че? Где они? Все, я прошел игру. Ой! Ё-моё. Давайте. Ё-моё. Я чё, реально сейчас всю игру прошёл? А чё мне делать? Всё, у меня закончилось нитро. Давайте, где вы тут все? Опа, листочек у нас. Он хилит? Да. Смотрите на это.
Вот так вот надо идти. Чё? А. А к нам пришли? Чё так пока что я не знаю, там пришли. А куда? Всё, это... А куда она? Ребята, я что-то не понимаю. Может, вы подскажете в комментариях. И мы снимем вторую часть. Опа, вот, погнали. Мистер Дудец. Получили достижение. Это намек на тромбон чам. О, има половинку. Ай, ду как. Раньше же по одному сразу снимала. Или типа они тут все по-разному урон наносят. О, вот это вот говно. Не сняло последнее сердечко. Точнее, последнюю половинку. О, ё-моё. Он умрет? Или нет? Да ё-моё, это босс! Это босс! Это босс! Где-то тут листик был, или я его уже подобрал? Давай, пугало, огород. Все, я тебя убил. Ё-моё, не понимаю. Ё-моё, кажется, сейчас нам каранты придут. Опа, листик, листик, надо полегче, надо полегче. Слышь ты, типочек, оно завалился. Шашлык, шашлычок, лучок. Ну, как я понял, да, это является мемной игрой. Точнее, я это даже не понял, я этого знал. Нет, ну автор этой игры гений. Просто гениальный человек вообще. Настолько, что эта игра очень охрененна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё, как его пройти-то? Чё-то не понимаю. Чё вы тут скопились? А ну свалились. Ой, и моя рифма словил. Где? Он лекается опять, он спрятался, блин, умный такой. Опа, а чё шашлычок лучше делает? На троечку, на четверочку. На Е на Кью, на М на Кью. А где ты? Уф-уф-уф, давай-давай-давай, где? Опа-опа-опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чё он такой жёсткий? Отвали! Петух! Пыщ-п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 ыщ
Опа, листочки. О, летун космический. Ой, ребят, уже сейчас немного плоховато от игры стало. Ладно, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, хилки нету. Хилку, найдите мне хилку, пацаки. Опа, хилку подобрал. Найс, 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 good job, good job. Давай, 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 подходи, подходи. Давай, чё. Давай, пиф. Так не, когда я по нему в этот момент стреляю, он лекается. Опа, чё, усы заводишь? Сейчас. Давай. Ё-моё, не, всё, это как я. Это как я. Ай-яй-яй.
элементарно, Ватсон. Им это достижение. Все. Все, я убил. Ладно, шучу. Ой-ой-ой. Ребята, им это цитаты. Легендарные цитаты. Так, чё? Ребят, ема. Не, ну игра, кстати, прикольная, вот слушайте. Ну, правда, я вспотел даже. Ну, мы же не будем играть, мы просто зайдем, чтобы все было по кайфу. Ну, смотрите. То есть игра сама по себе так прикольная. Не, вот смотри, вот знаешь, в чем тут ляп отличается, то что... Сейчас покажу. Надо от этих петушков избавиться. Смотри, тут у него нету шляпы. А, я понял. У всех шляпа пропадает. Понял, принял, обработал. Не, ну реально, если хотите продолжение, поставьте лайк. Если наберется большое количество просмотров, то тогда и будет продолжение. Потом расскажу какое-то количество. Ну тогда и выйдет видеоролик плюс-минус. Ну и в общем, как бы за это я могу вам сказать только спасибо за просмотр и всем пока-пока. Просто насладитесь этим треком.